please Lawrence and Rudy Seekers. Вот так тепло встречают зрители свой канадский дуэт Пейдж Лоуренс и Руди Свайгерс. На сегодняшний день это третья пара в Канаде. Физических усилий от партнера, но в этом явно не хватило, не смог он достойно выбросить свою партнершу. И, конечно, во многом это было причиной того, что она не смогла нормально приземлиться. На повторе это будет видно. Во всяком случае, вот то, что они такой сложный элемент поставили в конец программы, мы знаем, что во второй половине элемента они получают дополнительные бонусы, но не думаю, что это оправдалось в этой программе. Начало было серьезной очень ошибкой. На параллельном тройном тулупе его и не засчитали как тройной, но сейчас мы это на повторе увидим. Только двойной тулуп засчитан, и учитывая, что это серьезная ошибка, что элемент, конечно, не сделан. I thought we built confidence throughout it. Yes. Yeah. Instead of starting with it.
Поддержка четвертого уровня, но это, пожалуй, лучший элемент, который был в их программе. Да, явно не хватило ей высоты. Ну, а ошибку на параллельном месте нам режиссер ничего не показывает. Ну и все это приводит к тому, что они получают 53 баллов. И на данный момент это четвертый результат.